Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит чисто информационный характер. Значит, сегодняшнее видео по зарубежному боксу ADFEDZ. Как-то так. Значит, вчера я заказала вывод. Нажимаю WinDraw. 10-17. 2% у них, они берут комиссию за вывод. WinDraw History. Букс платит. Все замечательно. Вот. Выплачено. Сейчас перейдем на почту. Значит, вот мне пришло сообщение. Так, открывайся. Так, идет перевод. Здравствуйте, Елена Смирнова. Ваш запрос на снятие денег был одобрен. Они отправляют вывод сначала как бы на модерацию. Пожалуйста, проверьте в вашем аккаунте Payeer. Так, возвращаемся. И мой вывод. 9.87. Значит, 27.01. Значит, комментарий снятия. Вот тут транзакция или что это вот их на. Ну, букс платит. Все замечательно. Супер, я довольна буксом. Довольно-таки такой нормальный букс. Значит, здесь безумно много можно размещать рекламки. Значит, я в последнее время размещаю, знаете, где рекламу? Нажимаю «Дашборд». Я размещаю рекламу вот здесь, вот на главной страничке. У меня здесь уже реклама как бы работает, несколько рекламок. Ну-ка. Вот, одна моя рекламка, видите? Ну, там еще можно опуститься пониже, еще найти мою рекламку. Значит, как я здесь размещаю рекламку? Так, вот здесь нажимаю «Post your», ну, вот этот, нажимаю. И вот здесь вставляю сюда текст, сюда реферальную ссылочку. Здесь выбираю категорию, какая надо категория. Значит, и у меня снимают 500 кредитов за то, что я вот на главной страничке на дашборд размещаю как бы рекламку. Вот я могу еще, вот у меня 1225 кредитов, еще могу две рекламки, да, разместить. Так, это мы сворачиваем. Далее, что у меня куплен пакет биоконтракт. И что у нас здесь можно по пакетам? Я, естественно, купила здесь пакет. Значит, первый пакет вот full за $29. Но это, конечно, дороговато. Есть пакет за $14.50. И есть пакет за $7.25. Я вот купила, вот у меня куплен пакет за $7.25. Раньше пакет работал 60 дней. Сейчас мне вот от администрации пришло письмо. Наверное, оно всем приходит, кто зарегистрирован в проекте. Пакет будет работать до тех пор, пока он как бы не отработает полностью. Не конкретное количество дней, а полностью пока не отработает. В общем, пакет будет работать. Далее опять возвращаюсь в дашборд. И у меня, так как куплен пакет, у меня три кнопки. Показываю, где эти кнопки. Я эту вот только что зашла. Вот раз, два, три. Значит, нажимаю на зеленую вкладочку. Сейчас я эти пакеты соберу. Ой, ну, свои как бы начисления за то, что я вчера отработала. Так, нажимаю. Возвращаюсь. Опускаюсь опять ниже. Еще на одну вкладочку. Тех, у кого нет пакетов, там вроде бы одна зеленая, вот, ну, вот одна зеленая кнопка. Вот, а у кого куплен пакет, у тех три кнопки. Так, опять собираю это все. И последняя кнопка моя. Проект, конечно, супер. Я здесь работаю, мне идут начисления. Я все думала, когда у меня пакет закончится. Тут вот письмо пришло. Слава богу, пусть пакет мой работает.
Пока до конца не отработают. Я еще буду покупать. Я вот сделала вывод. Мне тоже ж хочется, правильно, отдушину какую-то иметь. Так, и вот у меня 8 центов на данный момент стало. И что я здесь работаю, на чем здесь можно работать? Смотрите, есть флип-шансы, это типа лотерея. Проверяйте, как бы, свой аккаунт, у меня все просмотрено. И здесь можно выиграть, как бы, самое большое $5 и ниже. Так, далее я здесь собираю кошлинки. Так, сейчас загрузится. Загружайся. Вот эти кошелинки здесь бывает очень много, бывает не сильно много. Далее, ну и далее я вот собираю, как и все. Ну так вот, таким вот образом я собираю на просмотре рекламки серфинг. Заканчивается здесь серфинг. Я открываю, можно тоже само просматривать. Так, сейчас вернусь в мой аккаунт. Значит, если заканчиваются там, я вот в открытой вкладке. Ну и здесь супер много рекламок. Можно размещать и даже вот... Так, переводим на русский. Так, добавить баннеры, сайт в рамки, сайт новой вкладки, полная страница логин, мое текстовое предложение. В общем, у меня здесь тоже все рекламой забито. Так бы, проект супер. Ну, в принципе, на этом все. Проект работает, платит. В чате здесь есть чат. Можно добавиться в скайп-чат. Так, это где у нас скайп-чат? Мой аккаунт. Значит, можно добавиться в скайп-чат. Ну, где-то вот... Вот, там присутствует Мэри, как бы администратор чата. Там вот эти иностранцы, они эти пакеты пачками гребут. Зарабатывают, в общем, можно задавать вопросы, все приветливые, все отвечают на вопросы, в общем, все супер. На этом все, всем удачи, больших заработков, до новых встреч.